Всем приветики! 19 октября. Смотрим, что у нас за окном. А за окном лежит снег. Вчера вечером шел, днем шел. Короче, насыпало его. Коля сейчас сидел, наблюдал за синичками. Прилетали, говорит, штук 10 их было. Лена подошла к окну. Ни одной синички. Все куда-то скрылись. А вот они, синички. А вот они, сестрички. Ну и чё, хвост показала, улетела. Я не могу, голубь. По ветке пытается подобраться к кормушке. Ну и чё? Главное, шагами-шагами переступает. Все равно у тебя не получится. Дурында. Ветка-то гнется вниз, а кормушка высоко остается. Бестолковка. Ну, привет, еще один синиц. Ты привет выглядываешь. Ну. Мне нравится, как они в квартиру заглядывают, когда едят. Такой хоба заглянул, опять ест. Кукусики. Кукусики, синичусики. Так, не хочется, а надо. Ехать. Ну, съезди, пока у тебя время есть. Ну, скачаю, все верну. Дякую. Пускай лежит. Ку-ку. Ку-ку. На веточку. Прыг-скок. А, вот еще один прилетел. Ты тоже есть будешь, да? Ты тоже. Куда-то раз, а потом... Ну, они улетают, а потом возвращаются. Где они тусуются, непонятно. Дуняшка в больнице, у меня сегодня выходной. Я сначала поеду к родителям, потом поеду к Дуняхе. Но к ней не пускают из-за ковида, но передачку передать можно. Это я и приготовила разные украшения. Это подвесочки, сережки, вот такие вот киски. Киски эти одеваются... Мордочка кошечки будет на верхней стороне ушка, а хвостик будет выглядывать из-за ушка. Прикольные сережки. Гигиеничка, тут ей резиночка. Вот, потом вот такие серьги, вот такая подвеска. И потом, она же плетет из бисера. У меня есть вот такие вот штучки. Видно, видно. Это для сережек. На них можно что-то наплести, подвесить, и получится сережки из бисера. Сейчас ей скучно, она занимается бисероплетением и, может быть, что-нибудь с этим делом придумает. Приготовила еще вкусняшки для нее. Ломтишка. Вот, чипсы она любит, сметанный лук, чай липтон холодный, всякие тут скитлс, бомпари, чокопайки. Вот, ну что в больнице делать? Лежи, лежи, лечись. И грызи всякую вкусноту. На улице снег, смотрю, то пойдет, то перестанет. Уже подвалил еще немножко. Ну, наверное, еще растает. Кстати, даже вот в такую погоду трава еще не мерзнет. Но не знаю, может быть, если потает сегодня или завтра попробовать добыть последнюю партию травы. Вот, промыть, положить пакет в холодильник. И хоть на недельку свинкам еще хватит пожевать. Ладно, будет видно. И снова здравствуйте. И снова синички. Прям не дают мне ничего делать. Только Лена и смотрит в окошко за ними. Да, птички-синички. Можно будет как-то камеру на штатив установить сбоку, чтобы было хорошо видно. Так оставить, поснимать, а потом выложить какое-нибудь видео исключительно про синиц. Прям крылья растопырил. Он один на веточке, другой третий. Другой есть, третий слетает. Да, уже три сразу вижу. Правильно, Коля, это они как-то прилетают гуртом, потом гуртом все куда-то деваются, потом опять возвращаются. Все, ушкакал. Я все приближаюсь. Может быть, они со временем научатся не бояться. Что ты там клюешь на подоконнике? Посбрасывали, да, зернышки? Дунька со мной 24/7, и утром, и вечером, и днем, и просыпается, и ложится, и засыпает. Мы с ней все время переписываемся. И сейчас... Тоже переписывали, с утра все было хорошо, я скинула украшения, ей делали перевязку. Перевязки ей даются очень плохо. Но вчера был первый день после операции, ей было невероятно больно. Эту перевязку она перенесла со слезами. Сейчас вот она сидит вся заплаканная, мне пишет. А вот она только вернулась с перевязки. Сидит тоже плачет, палец болит, конечно. Он показывает мне палец, и бедный ребенок вот терпит, а слезы сами льются. И сказать ничего не может. Вот. Написала она мне, грёбаная перевязка. Мне ее с кожи сдирали. Вот. А сейчас она пришла с перевязки, вернее, шла с перевязки и
Ее затошнило, она потеряла сознание в коридоре. Меня только что сделали перевязку. Казалось бы, я могу быть рада, то, что у меня теперь у меня кровь, но меня затошнило вдруг резко, когда я там выходила. Потом я стала неконтролируемой, я просто шла куда-то вдаль, меня ноги просто спешили куда-то, а потом я просто упала. Ну, поняли, да? Потом мне затошнило, я упала. И я ей голосовую записываю, что ты сознание потерял? Она говорит, да. Я ей вот пишу. У меня такая же ерунда была. Наверное, я была твоего возраста, может, чуть постарше. Мне взяли кровь с пальца в поликлинике. Я спустилась на первый этаж, меня затошнило, закружилась голова. Я ничего не помню. Уже очнулась. На диванчике лежала, и вокруг меня были люди. На самом деле, да, мне брали кровь с пальца, я потеряла сознание, вот так. Вот, ну, и уже смеется, у нее тут же слезы, смех, ну, это вот смайлик смешной. Ну, зато полечили нормально. А, это она на мое сообщение отвечает. Я еще ей про потерю сознания тоже записала. А еще раз я потеряла сознание на кресле стоматолога, потому что раньше лечили зубы, было очень больно, и я боялась. И, короче говоря, от страха я потеряла сознание, вот. Я так не делала, почему она так быстро записалась, ну, неважно, вот. И она мне отвечает, ну, зато полечили нормально. На улице снова все потемнело, гляньте, валит снег, зарядами как-то, то идет, то не идет. Привет, Гуль, ты все пасешься возле кормушки. Все пасется, что-то мне сегодня орел снился ночью. Мне кажется, он живой просто не прилетает. А там кто его знает, резко очень редко появляется, прям очень редко, но она появляется. Где-то, наверное, раз в две недели промелькнет. Но я сейчас редко кормлю голубей на подоконнике, потому что их тут целая стая. Кормлю только синичек, а гульки подбирают то, что синички разбрасывают. Но иногда насыпаю голубям. Вчера делала желе, покупала в пачечках в маяке. Вот, оно застыло, и сейчас попробую, скажу, как на вкус. Попробовала нормальное желе, единственное, как по мне, не хватает какой-то насыщенности. Либо делать его здесь на стакан, на 250 грамм я делала, можно на 200 грамм воды, тогда будет вкус понасыщеннее. Или добавлять еще чего-то от себя. Колю проводила, я уже на взлете, достала размораживаться окорочка, Колю сделаю. Вот это поджарка из свинины, но я из этой поджарки делаю бульончик на свинину, очень вкусненько, и варю Коле щи. И достала Фильке одуванчики, пускай размораживаются, приеду накормлю. Гляньте, что родители в подъезде, пакет с одеждой, там свитерок, юбка, трусы, лифчик. Это кто такой умный, блин, на помойку такие вещи, кто будет после вас донашивать трусы, я просто с людей балдею. Вон на полу тоже труселя валяются. Жесть. Здрасте. Здрасте. Мама кушает? Завтракаю. Молодец. Здрасте. У вас тут во дворе одни маски шоу. Сначала не могла заехать, какой-то до девятки выехал, видать, на летней резине. И вот тут вот встал, и не может ни назад, ни вперед, вот тут вот. Кое-как задом сдал, ушел. Пробку создал во дворе. Ты давно поставила колеса, 2 дня назад. Зато я вовремя. Потом пакет лежит на первом этаже с вещами. Там юбка, свитерок, трусы, лифчик. Это нормально? Кто-то вещи, неужели кто-то кому-то надо? Ну, прям пакет на почтовом ящике. Ты туда залезла? Видно, но разбросано все. Там уже кто-то копался, видать. Ну, я так смотрел, написано одежда. А, ну вот, и кто-то, видать, порылся, его так разложили, на пол упало, короче, это, в нижнее белье, надо, в основном. Надо такие вещи выбрасывать. Да в помойку, кто их будет носить? Ну, думаю, все бедные. Ну, даже не на такой степени, что трусы чужие до нас. С Дуняшей разговаривала? С Дунькой с утра, это, сознание потеряла после перевязки. Шла по коридору, сознание потеряла. А я, когда мне в школе... Испугалась, может. В школе брали кровь с пальца. Я помню тоже, до первого этажа дошла с тобой или с кем-то с вами была. И тут сознание потеряла. Это, видно, на уровне подсознания происходит. Девушки, нет. Девушки, да. Ну, привет. Я тебе футболку принесла. Я купила себе, мне цвет не подходит. Она такая красивая. Я сейчас упаду. Нет, ты стой.
падать не я надо. Я только Лене дал мне сказать, Лена, хватит футбол. А мне ничего не принесла? Да поди еще и розовая. Нет, не розовая. Сейчас покажу тебе. Она красивая. Тебе ничего не принесла из футбола? У Коли нету такого. Он наоборот твои донашивает. Она радужная. Смотри какая. С переливами. Какими? Ну, видишь, вот такой цвет, потом такой, потом такой. Ну, померишь, мам. Если не понравится, заберу обратно. А ты что не носишь? А мне цвет не подходит. Я один раз одела, и я в ней потерялась. Я понимаю. Она мне не подходит по цвету. А я сейчас футболки предпочитаю все цветные. Это я Дуньке бутерброд сейчас буду делать. Нормально тебе? Чего ты смеешься? Под лицо все к лицу, да. Ма, ну не поносится, заберу, отдам кому-то. А вдруг тебе она приглянется? Она-то хорошая. Хорошая. Не отдашь? Я заставила ее сегодня бутерброды выкинуть. Ей принесли бутерброды. Она их в тумбочке хранила. А в холодильнике типа колбасу нельзя хранить. Почему, не знаю. И утром собирается есть, и мне показывают эти бутерброды. Людуня, они у тебя же синие, выкини. Она их собралась есть, проспала завтрак. Вот. И потом пишет мне, Лена, они липкие. Я говорю, давай в помойку, еще не хватало тебя отравиться. Выкинула, она их не съела. Хорошо, что ты сказала. Они говорят, у меня в тумбочке, в контейнере, ничего не будет. Я говорю, два дня, ты что, с ума сошла? Вот ты не докажи, что в холодильнике надо все. Да хранить. Я думаю, да ну что нельзя колбасу? В пакетике положи, почему нельзя колбасу-то хранить? Оливье, главное, можно хранить с колбасой, у меня там салат стоит, а бутерброды нельзя. Они напоминали мне. Да, да, я на нее за ней слежу. Она мне, я же говорю, она у меня 24/7 на телефоне. Проснулась, уснула, то да все, и все на меня докладает. Эй, откуда у меня там эта рана? Не знаю. Она сама не может понять, как... Я могу тебе показать видео. Ну, я верю, что... Там четко. Она за палец левый схватилась, что укусила за палец. Прям именно за этот палец укусила ее. Ну, значит, инфекция пошла. Точно за палец, несколько раз мы просмотрели. Но... Значит, она куснула, может, у нее заусеница была, ну, она сдирала, и, может быть, в это место попала собачий зуб. И пошла инфекция. А когда животные кусают, это очень опасно, у них да там видно, свой. Она за палец схватила. Мне кость попала, я костью накололась. Самое страшное рыбное. У меня не рыбное, у меня мясное, меня так руку раздуло тоже, еще на Украине жила. Вот зубные кости, говорят, самые опасные. Ну, вот зубы, кости, это, видимо, вот все. Сейчас я покажу, с чего начиналось, да, вот утром что было. А ты вот посмотришь. Вот смотри, раз. Вот это утром у нее был палец. Вот покраснел утром. Это вот утро, просто это, еще ничего такого. Ну, как бы красненький, да? Ну. Потом она уже ближе к вечеру, уже мне видео мне снимает. А вот настоящий палец. Вот это как быстро. Да, к вечеру ее раздуло. Что? Извиняюсь. Вот. Вот, такое. Вот это уже гной. Вот это мне вот... Круто мне живется, да? Завиду молча. Она еще хихикает. Она еще не знает, что ночью ее увезут в больницу. И тут она мне уже вот видео снимает. Уже 3 часа ночи она мне прислала. Плачет. Ага. Разбудила родителей. Ну, то есть ей плохо. И Мишка ее повез в больницу. Вот она уже плачет. Ну, цоподом сепсис у меня... У тебя было плакало, да? Нет, это она мне видео ночью прислала. И потом уже на утро, вот у нее, на следующее утро перед операцией вот такой уже палец был. Все разнесло. Вот, похож на палец. Вот, перед операцией какой был уже. Да, отцу сделали. Ей ноготь сняли. А вот это уже когда операцию сделали. Сейчас она... Девочка. А, видишь, палец? Сливы мытые? Нет, не мытые. Я не мою, потому что я их, ну, если я их помыла бы, они меньше бы хранились. Ага. Вот, поэтому мы сейчас можем ей видео привет передать. Сейчас я хорошо покажу. Да, чтобы она знала, что ты едешь.
Дуняшка, вот тебе бабушку показываю, тебе видео привет, говори что-нибудь, бабушка. Воздушный тебе поцелуй. Люблю тебя, солнышко. Вот, бабушка тебя любит. Дедушка в холодильнике, сейчас покажем дедушку. Привет, выздоравливай. Вот, тебе все желаю только выздоровления скорейшего. Скорее приходи к нам. Все, ну и все, послала ее. Сейчас она получит ее. А что ты ей сказала, что ты приедешь сейчас? Она знает. Я же ей фотографии там набрала всего и фотографировала. Мишка сегодня приезжал, забыли ей трусов положить. Ну. Вот. И я говорю, сейчас Миша приедет, Коле говорю, трусы привезет. А Коля, тебе что ли? Нет, зачем? Я говорю, Дуньке. А я сначала Дуньке пишу сообщение. Так, ты что, трусы, я говорю, пора с собой стирать. А Коля такой, а как она постирает одной рукой? Это мне не дошло, палец же это. Вот это. Бисером делали, но у меня одна рука. Я говорю, а тут палец нужен. Говорю, ты мизинцем. Ну ты дед. Как дела? Я говорю, да, живы, здоровы. Ну хорошо, что еще не умерли. Да она с юмором, девушка. Блин, а кто-то звонил? Это вот она, наверное, что-то написала сейчас. Ну, возьми. Нет, это не звонок, это сообщение. Я их тоже, ну, люблю, ты сказала, я их тоже. Бедный дедушка, когда он успел залезть в холодильник? Бедный дедушка, когда он успел залезть в холодильник? Я смотрела с юмором. Юморно. Юморная ты наша, вот успел, смеемся, сидим над тобой. Хорошо, голосовые, не надо ничего писать, я голосовые записываю. Дуняш, там в пакете будет мягкая такая штучка, игрушечка. Я не буду говорить что, но игрушечка. Такая прикольная, короче, это тебе от бабушки с дедушкой, ну от бабушки больше, да, подарочек. И дедушка тебе положил одного скрипыша, и я положила двух скрипышей. Потом сфотографируешь и покажешь, что там было. И вот мы так целый день, с утра до вечера с ней. Что-то пишемся, что-то... А вот она видео прислалась, посмотрим. Да. Шоком так на улице зима, вон, будто зима уже горы покрыты. Шок-контент на улице... Блин, не та камера. Это она палату показывает, девчонки. Шок-контент на улице зима, вон, будто зима уже... Сядет на подоконник... А, тебе пишет спасибо! Вот так, спасибо за этот, как его, за игрушку. И за все спасибо, короче. И мне фотографируют зиму, я говорю, ты представляешь, у нас за окном тоже зима. Как будто в разном городе живем.